32-й школы. Ну что, узнаем любимые места наших учителей в городе Подольск? Давайте. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте, Настя. Расскажите о вашем любимом месте в вашем городе Подольск. Ну, Подольск – замечательный город, но если наша семья хочет отдохнуть, мы всегда идем в усадьбу Дубровицы. Это то место, где отдыхаешь душой, где можно запустить воздушного змея, почитать любимую книгу, прогуляться вдоль реки и просто посидеть, ничего не делая, наслаждаясь тишиной и природой. Здравствуйте, Евгений Валерьевич. Здравствуйте, Ибрагим. Скажите, пожалуйста, какое ваше любимое место в городе Подольск? У меня их два, это Ледовый дворец Витязь и Олимпийский сквер. А почему же? Потому что, когда я был маленький, я все время там гулял. Спасибо. Поздравляю с Днем города. Пусть в этом месте царит любовь и удача. Желаю вдохновения и процветания. С днем рождения, Подольск! Пусть у каждого будет своя прекрасная история, сложившаяся на улицах любимого города. Я хочу пожелать, чтобы наш город жил в достатке, а также, чтобы все поддерживали чистоту.